Что такое чакры и как можно гармонизировать? Смотрите, обучение чакр на протяжении 2 минут. Засекайте время. Вы так много времени тратите на то, чтобы читать толстенные книги по чакрам и так далее. Как открываются чакры? Какую чакру единственную вам нужно реализовать? И что такое чакры? Смотрите, оказывается, у каждого человека есть чакра сборки. Каждый человек рожден в определенной чакре, и у каждого человека есть определенная чакра, максимально сильно работающая. Как определить? Я об этом скажу чуть-чуть позже, а сейчас как работать с чакрами. Смотрите, мизинцы вверх, первая чакра открыта. За что отвечает? За то, чтобы у человека не было проблем, не было никаких ситуаций, связанных с заболеваниями, чтобы человек мог прощать, не обижаться. Закрыта чакра, обижайтесь. Вторая чакра открывается. Когда вторая чакра открыта, то тогда у человека появляется желание, они реализовываются, вы нравитесь близким, вас желают, к вам относятся хорошо, у вас появляются дети. Третья чакра, три пальца вверх. Когда вот так три пальца вверх, у вас третья чакра открыта. И первая, и вторая, и третья при этом. Потому что так открывается первая, так открывается первая и вторая, так открывается первая, вторая и третья, и работают мощно, в связке, гармонично. Если только так, то тогда работает там другая. Ну, три чакры. Когда вы держите вот так три пальца вверх, то у вас работает три чакры. Это говорит о том, что вы целеустремленный, красивый, нравитесь людям, у вас харизма, вы умеете разговаривать красиво, красочно. Как открыть четвертую чакру? Необходимо этот палец поднять вверх, и вот таким образом открывается четвертая чакра. Вас начинают обожать, к вам начинают хорошо относиться, вас хотят обнимать. Вот так. Пятая чакра открывается, у вас появляется творчество, у вас появляется идея, у вас появляется желание что-то реализовывать, предпринимательская деятельность. Вот так шестая чакра, не напрасно говорят «ну-ну-ну». И у человека открывается шестая чакра, он становится человеком, которому все улучшает, ум улучшает, человек становится гениальным, так открывается седьмая чакра. Итак, как открыть чакры? Человек произносит слог «о», вот так «о». О-о-о, или о-о-о, о-о-о, после этого о-о-о. Смотрите, у вас есть люди, которых вы ненавидите и хотите их наказать. Как это сделать? Берете вот так и произносите о-о-о, ох ты получишь, ух ты получишь. Седьмая чакра разрушает тех людей, которых вы ненавидите. Сразу же хочу сказать, бойтесь разрушать людей, потому что за это вас накажут. Дело в том, что седьмая чакра, ее очень сильно раскручивать нельзя. Но, начитавшись текста, мы начинаем обычно думать, седьмая, самое главное, она корона, она прямо величие, мы такие прям... Нет, седьмая чакра, это чакра-убийца, она разрушает других людей. Но, обычно, если человек ненавидит весь мир, то чакра седьмая, она вырастает, становится огромной. Аж энергетический кокон ломается, аура лопается, потому что там седьмая чакра над человеком. Она раскручивается в виде вентилятора и как косами рубит всех вокруг. Поэтому, когда человек ненавидит всех окружающих, ненавидит, то его седьмая чакра, она начинает очень сильно работать. Потом со временем падает у человека. Если в правую сторону онкология или там детей рубает, если в левую, то у человека неприятности сумасшедшие, в тюрьму его садят. Нельзя просто так ненавидеть. Нельзя. Если ненавидите, то не делайте никакие чакры вверх. Чакрами понятно. Смотрите, быстро я вас научил. Как гармонизировать все чакры? Сложить руки. Как сгармонизировать все чакры? Посидели перед телевизором. И так, и так, и так, и так, и так, и так. После этого сложили ручки. Говорят, боже мой, да пусть в моей жизни все будет хорошо. Провели вот так, и все, и хорош.